Мандрилов мало естественных врагов. По-настоящему угрожать им могут разве что леопарды. В остальных случаях мандрилы сами несут угрозу. Эти обезьяны активно обследуют посевы на окраине леса, могут наведываться в деревни. И хотя они не охотятся целенаправленно на людей и крупных зверей, но их любопытство в сочетании со склочным, агрессивным характером может привести к конфликтам. По этой причине местное население боится мандрилов и предпочитает отдать на растерзание обезьянам свой двор или поле, чем прогонять их. У африканских племен можно видеть элементы раскраски, похожие на морду мандрила. В неволе мандрилы приживаются хорошо, хотя дружественные отношения с ними завязать не удается. В зоопарках эти обезьяны неизменно привлекают внимание публики своей яркой окраской.